Ну и завершает свой исторический экскурс Тунман сообщением, уже близком к его времени жизни. Именно здесь, как он считает, Османский двор по миру 1774 года отказался от этих владений, но удерживал все же, вопреки мирному договору, Тамань и Темрук, пока, наконец, в начале этого года Шакингерей при помощи русских прогнал отсюда османские гарнизоны. Тунман это датирует 1777 годом. И вывод со всего описанного Тунманом сделаем, что здесь до окончательного овладения этими местами Священной Римской империи, в лице ее российской провинции, тут господствовали мелкие черкасские князья или бродили черкасские орды, никому не подчинявшемуся. И это было вплоть до, можно сказать, мы все это относим к межпотопному начальному периоду после 17 века. Но Тунман это продляет и на 15, и на 16 века, основываясь на описаниях итальянского путешественника, венецианского аристократа Джосафата Барбара, который посетил эти места в 1436 году, был в Тане, в Азове, где не была тогда венецианская колония, и пробыл здесь 16 лет. Потом он проехал через Албанию, это нынешний Азербайджан, Турцию, Османию, то бишь Турцию, Персию. Свои путешествия он описал в известной книге, изданной в Венеции в 1543 небы году, но скорее в 1606. Есть несколько русских изданий даже его. Умер он, как сообщается, в конце 15 века. Возможно, он был именно в тот период, когда тут еще господствовала Великая Тартарская империя. И его путешествие было более-менее спокойным, несмотря на уже начавшееся разрушение, предшествующее падению этого государства, но не от воинских действий, а скорее всего от некого катаклизма. Ну, на этот счет есть множество теорий, вы можете их прочитать у многочисленных авторов в интернете. Естественно, наконец, пишет Тунман, в 1770 году сюда также пришли буджаки, единозанцы, единошкульцы, джимбулуки с другой стороны Дона. Эти четыре рода могли бы возвратиться в прежнее свое место жительства, но выказали мало желания и до сих пор, сколько мне известно, остаются на Кубани. Как известно, северная часть прежних кубанских владений по Кучу-Кайнаджирскому миру уступлена Российской империи. Также тут и пишет он интересные сведения для нас лично о кубанских черкасах. Я называю их так, чтобы отличить от их соплеменников в обеих кабардах, пишет Тунман. Удерживались как на Дону, так и на Кубани. Там составляли они, хотя и сильно смешавшись с русскими, донское казацкое государство. Вот так вот. Именно государство. Здесь они владели всеми островами Нижней Кубани, всем южным берегом этой реки до ее истока и местностями у Черного моря до Абазы и прочее. Они, однако, управлялись всегда бегами из их же нации, которые ежегодно уплачивали хану дань, состоявшую из мехов, меда, юношей и девушек. Салтаны или
Принцы из рода Гераев, находящиеся здесь в довольно большом числе, живут только как частные лица, не принимая никакого участия в управлении страной, разве когда им при помощи князей связи удается приобрести приверженцев. Вот почему в какой-то период несчастный Шакин Гирей, живя в Калуге и а до этого в Воронеже, сносился со своими таманскими родственниками и куда мечтал переселиться. Но Потемкин ему этого не позволил. И далее. Черкасы называют себя адиги, греки и итальянцы называют их тихами, русские – ясами, а они были также известны под именем ас. Вы теперь поняли, друзья, что это за племя? Это исконное племя арийского рода, от которого, возможно, и пошла вся наша ведическая культура. Правда? Племена, остатки этих родов уже были несколько переформатированы, можно сказать, уже бы подчинились новой парадигме времени и пропаганда всевозможных, как религии, прежде всего насильственных действий над ними, уже изменила их не только, наверное, и антропологический, и этнический, но и культурный вид. А татары называют, пишет Тунман, далее называют их адаларами. Турки – кара черкеслер. И же адыги разделяются на различные племена, как, например, ада, агьяни, бошадух, хатукай, кемергуй, беслини и так далее. У них есть три сословия – дворяне, вассалы и рабы. Они говорят на языке, немногим отличающемся от диалекта их соплеменников в обеих кабардах. Но от языка абхазов, в основе родственного ему, они отличаются до полной непонятности. Вообще же он не имеет никакого родства ни с одним языком в мире. Он очень гортанен, но и не неприятен. Скорее всего, мы отметим такую вещь, что звучание того древнего языка асов потому изменилось, что все более условия также после потопного времени и жизни в высокогорных местах это все способствовали этим изменениям. Не скажем, в какую сторону, скорее всего, не очень положительную. Утратой было некое основание того древнего исконного языка. Но об этом мы поговорим в другом месте и более подробно. Описание же самих черкасов таковы у Тунмана. Черкасы вообще большого роста, хорошо сложены, красивы, крепкого и прочного телосложения, обладают большим природным умом, храбры, честолюбивы, предприимчивы и гостеприимны. Их женщины особенно знамениты своей красотой и веселостью. Они живут гораздо лучше, чем их соседи нагаи. Их хлеб из проса, они почти только его и сеют. Мед и обычный в этих местностях напиток боза, приготовляемый из проса, их любимое питье. В остальном они живут процветающими у них скотоводством и овцеводством, дичью и рыбой. Конское мясо они не едят, но любят свинину. Дома их плохие, они состоят из сбитых в землю столбов, переплетенных ветвями деревьев, обмазанных глиной и покрытых соломой или камышом. Деревни свои не окружают сплетаемыми между собой деревьями и кустами, чтобы легче защищаться от набегов нагаев. Одеяния их и оружие еще в начале XVI века имели большое сходство с римскими. Это
сходство еще не совсем исчезло. Они носят войлочные дульбены, ну, дубленки, а в форме сахарной головы, как прежде делали аланы, их плащи из войлока висят на левом плече, оставляя правое плечо на правую руку свободными. Их нижнее платье из ситца, большей части красного цвета, спускается с середины множеством складок. Они стригут волосы на голове, кроме одного кончика на темени, который они носят очень длинным и заплетенным. Они также носят длинные бороды. Своим богатством они считают главным образом лошадей, лошадиную упряжь, сапоги и оружие. Они самые лучшие наездники, и лошади их прекрасной породы. К торговле они мало склонны, знатные считают, что она порочила бы их достоинство. Торговля, которую они ведут в Тамане и в Темрюке, только меновая. Они привозят сюда соль, мед, воск, проса, шкуры, лисиц, шакалов, зердавов и куниц, бычьи кожи, шкуры баранов и ягнят, шерсть, плащи и покрывала из войлока. Невольников и невольниц также. Денег они не употребляют или употребляют мало. Золото и серебро перерабатывают на сосуды для питья и на украшения золотых уборов, а также своего оружия. Грабеж не считается у них преступлением. Напротив, их пребывание среди разбойничных народов сделало ловкость в грабеже доблестью. Они не очень жалеют друг друга, но для своего канака, гостя, друга готовы отдать жизнь. Что касается религии, это интересно, хотя неправдиво, то их беги признают магометанскую, но в ней крайне невежественны, нижние же сословия не знают даже ничего об обрезании. Напротив, среди них есть еще некоторые остатки христианства, скорее всего, считаемые их все, так сказать, религиозные познания и обычаи у тех или иных частях, племенах, родах, связаны из одного корня, из одной общей веры, которая, в общем-то, и породила потом все адламы современных религий в виде христианства, иудейства и магометанства. Письменность им не знакома, они поэтому не имеют писанных законов, судят по обычаям, по старине и по воле своих богов. Они довольствуются только одной женой, которую покупают. У них существует обычай. Если кто умирает без наследников, то брат берет вдову умершего. Ведь это древний обычай у всех горских народов, почти соблюден вплоть до Тибета. Погребение у них совершается с большими обрядностями. Вместе с покойником они кладут погребальные подарки присутствующих и сооружают над могилой холм, который тем выше, чем знатнее был умерший. Но чисто ведический древний погребальный обычай. Упомянем еще, чтобы окончательно завершить нашу книгу, а вернее книгу Туммана, рассмотрение ее. И завершим ее, конечно, обзором и Темрюка, и Тамани, и всего Таманского полуострова, нам наиболее интересного в связи с нашими описаниями о Крыме и Дебрюксе, и, так сказать, развитие новой науки, новой дисциплины на этих территориях, называемой ныне археология. А кроме, значит, черкасов, адыгов, здесь отмечает Туман и большое присутствие на Кубани нагаев. И черкасов иных в стране живут также еще абхазы. Это
скорее всего, абхазы в произношении немецком, в области Бешлибай на реке Лаби и в областях Шапсих, Шаши, Убух и Туби у Черного моря к западу от Капети. Донские казаки, называемые здесь Сари-Камыш-Козаклер, казаки желтого тростника, а также Сари-Инат, Буртани, свободный и независимый народ, живущие оседло из известной мне поныне группы народов, евреи, которые здесь очень много, армяне и греки, живущие здесь главным образом ради торговли, цыгане и прочее. Мы уже не раз оговаривались насчет греков, это торговое сословие, так обозванное, и которому нашли применение и родовод его повели от древних наших собратьев эллинов. И, в общем-то, на этом можно завершить, так сказать, историческо-этнографический экскурс Туммана с описанием подробным рек и прочего-прочего, что есть в этих землях. Мы туда вас и отправляем. А насчет же самой реки Кубани – и тогда еще как бы острова Тамань и прочего, что на нем находится и рядом с ним, мы еще и продолжим наш завершающий следующий рассказ. Итак, мы вместе с Тумманом погуляем по родной и любимой нами Тамани. Как он представлял ее из своего времени, и как это представление пытался передать или навязать все-таки нам, Таманский полуостров – один из самых изменчивых из всех уголков суши Земли, ну, нам, по крайней мере, известных. Достаточно взглянуть на официальные карты, фальшивые они или, можно сказать, подлинные уж, где-где блюдут реальную неизменную картину мира, вы сами знаете. Но не тут. Столько карт, показывающих иной его вид, что не перечесть. Итак, обратимся к Тумману и о его описанию Тамани. На южной стороне реки Кубани, первое, остров Тамань, он лежит вдоль Кафинского пролива, который поэтому турками назывался также Тамань-Багази, и образуется этим проливом, Черным и Азовским морями и Кубанью. Он назывался прежде Фанагорией, но он по находившемуся на нем одноименному городу. В хазарский период он получил название Томатархан, из чего русские сделали Томуторохань или Томутарахань, греки то Таматарха, наконец Матраха, итальянцы Матерка и Матрига, арабы и османы дали ему имя Тамань, татары называли его Ада, остров, местные жители Минтана. Он очень горист, и морской берег высок и крут, самое высокое нагорье на острове называется Култаба. Жители Ясы, Цихи, говорящие по-черкасски. Они платят крымскому хану небольшую дань и управляются своими собственными бегами. Замечу, что остров Ачук причисляется некоторыми к Тамани. На острове находится город Тамань. Мы помним, что многие карты, как мы уже отмечали, изображают Тамань таким огромным большим островом. А о том, что тут происходило по потопах и катаклизмах, мы описываем это в наших очерках в странной археологии Боспора и в неисторических очерках Керчи и прочих некоторых других, так сказать, статьях. И там довольно-таки есть вне подробное описание, происходившее тут с изменениями не только историческими, но и географическими. Итак, интересующие нас особенно это города Тамань и Темрюк. Прежде всего о Тамани Тумман пишет.
Тамань, город, лежит на берегу Кавского пролива, приблизительно на расстоянии ружейного выстрела от воды. Море там теперь так мелко, что могут приставать только малые суда. Почему бы ему не быть мелким, когда столько было нанесено и покрыло все это побережье мулом потопского движения? Город невелик, плохо построен, окружен старой разрушенной каменной стеной и защищен не менее разрушенным замком. Он впервые упоминается в истории Юстиниана II в 703 году под названием Томе, впоследствии он называется Томатарка, Мутаракань, ну и так далее. Не будем все это описывать. Впервые, правда, упомянем, что Абульфеда называет этот город Таманью. В XI веке он был резиденцией русских князей, и тогда же, как и впоследствии, тихийских архиепископов и митрополитов греческого исповедания и так далее. Потом про итальянцев.